Кандидата в депутаты в Самаре задержали с амфетамином. Его подозревают в приготовлении к сбыту наркотиков. Известно, что 39-летний мужчина собирался баллотироваться в райсовет. Вышли на него через задержанного розничного торговца наркотиками. Именно он и рассказал, кто является его поставщиком. Несостоявшийся депутат при задержании своей вины не отрицал и предупредил оперативников, что серьезно болен и нуждается в постоянном лечении. Наши сотрудники проверили информацию, выяснилось, что он действительно нуждается в процедуре гемодиализа, которая проходит, как вы знаете, два раза в неделю. Решение было принято, естественно, выбрать меры пресечения, подписку о невыезде, с учетом того, что человек реально нуждается в лечении.